вашей работы во многом зависит социальное самочувствие людей и доверие власти. Люди должны быть уверены, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в случае беды, к ним всегда придут на помощь. На учебно-методическом сборе губернатор Олег Кожемяка поблагодарил сотрудников экстренных служб за самоотверженную работу, наградил наиболее отличившихся из них государственными наградами, почетными грамотами и призвал извлечь уроки из опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций в прошлом году. Прошедший год оказался одним из самых напряженных в связи с многочисленными климатическими аномалиями. В июле, августе и сентябре на территорию Приморья обрушились три мощных тайфуна – Бави, Хайшен и Майсак. Были потоплены жилые дома, приусадебные участки, наблюдались переливы воды через дороги. Еще более сложным испытанием стали циклоны, сопровождавшиеся сильными ледяными дождями и снегом. Сильные осадки и сильный ветер, налипание снега и намерзание льда привели к падению большого количества деревьев, обрыву проводов, падению опор линии электропередач и широкоформатных конструкций. Итогом этих всех катаклизмов каждый глава муниципального образования сделал свои определенные выводы, укрепил свою систему, еще раз посмотрел и проанализировал этапы реагирования по последствиям чрезвычайной ситуации. Приоритетом на 2021 год станет создание стабильной системы реагирования на возникающие угрозы. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.